Всем привет, я Адонис, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Одиссея. И сейчас мы попытаемся вылечить эту деревню. Так, найдите лекаря и поговорите с ней. Македонии, полуостров Халкидики. Так, она ушла на восток от Патидеи. В сторону подводной пещеры. Гребцы, ну! Нашел. Вперед! Они не могут грести быстрее! Вперед! Лучники, вперед! Капитан покинул мостик! Охотимся вместе. Что случилось? Разок ударил. И что нам с ней делать? Я знал, что дело нечисто. Ну что, отведем ее к магистрату? Блин, не дали дослушать. Заметили, ублюдки. Убьемся насмерть. Но она жива еще вроде. Смотри-ка, Мишка тех добил. Хорош. Спасибо. Эти люди... Ох. Ты хозяин орла. А ты, похоже, лекарь из Патидеи. Магистрат ищет тебя. Ну, разумеется. Я поняла, что что-то не так, когда его стражи внезапно напали на меня. Так. Это его стражи, получается? А какого хрена они на меня напали тогда? Ну, то, что он безумец, я бы не сказал. Магистрат делает все, чтобы защитить деревню. Но я не могу оправдать его действия, ведь могут пострадать невинные. Вернемся в Патидею. Еще не время, Мистий. Разбойники украли ингредиенты. Без них деревню не спасти. А, они, наверное, силком хотели ее взять, она отбивалась. Случайно ударили ее, понятно. Но почему они напали сразу на месте? Странно как-то, ладно. Жизни людей в опасности. Я верну ингредиенты. Разумеется, ты добр не только с виду. Спасибо тебе за помощь, Мистий. Ты знаешь, как спасти людей? Это болезнь. Убивает медленно и мучительно. Но мое лекарство поможет. Деревня рассчитывает на меня. А теперь и на тебя. Я принесу ингредиенты. А я вернусь в деревню и начну делать новую порцию лекарства. До встречи. Я буду в городе, Мистий. Принеси ингредиенты туда. Раз люди магистрата на меня напали, то он получается злодей. Он, наверное, в этом культе состоит. О, на Дрести пойдем. Прекрасно. Да блин. Я не могу на корабль попасть, потому что задание висит тут. Че за бред? Придется плыть. Вот так вот.
Потопить два корабля. Люди магистрата. Почему они напали на лекаря? Видимо, хотят, чтобы люди продолжали умирать. У них пиратские флаги. Идем на таран. А где урон? Кто кого? Идем на таран. Идем. Ха-ха-ха. Не думаю, что для нас это последняя битва. Шустрей. А там спартанцы. Отдать скорости. Отдать в топочку. Кто там такой здоровый бегает? Нужно поджечь их! Поджигайте! Хорош! Ну, да горят! Это жирная добыча, надо брать! Наконец-то мы в безопасности, капитан! За мной! Пусть они умоются кровью! Персидский элитный воин. Нифига себе череп какой. А, это много черепов разных. Бивни там здоровые. Так, наша цель на дне, что ли? Послание предводителя разбойников. Не спускайте глаз с груза. Мы обещали принести ей голову хозяина орла. Сделаем дело, и нам хорошо заплатят. Какой-то горшок с цветами. Так, осталось доставить ингредиенты. Пойдем в пристань. К лекарю. Воины были персами. Короче, видишь перса, режь его. Вот и все правила. Весла готовьте! Готовьтесь к швартовке! Ты смотри, мы трупы везем? А, это добыча.
сказать, видимо, кто враг настоящий. Дивитесь же, жители, посмотрите на этого ублюдка. Вместе нам лучше. Конь бежит и... Что? Я думал, это мой медведь. Зараза. Я думал, это мой конь и медведь бегут встречать меня. Да. Ты отравила нас. Разумеется, во всем виноват лекарь. Успокойтесь оба. Что происходит? Алексиус, я нашла яд в питьевой воде. Наверняка это дело рук Ордена. Мистий, ты вернулся? Слушай меня, когда я говорю. Ты хочешь сгубить всех нас? Не отрицай. Магистрат, прошу, успокойся. Люди пили твое лекарство и все равно умерли. Оно бесполезно, как и ты сама. Закрой рот, или я сделаю так, чтобы ты его закрыл. Из-за этого лекарства все стало еще хуже. Разумеется, всегда виноват лекарь. А я хотела помочь. Хотя откуда тебе знать? Тебе проще убить, чем попытаться решить все мирно. Замолчите оба! Кто-то из вас виноват, и я выясню, кто именно. Люди магистрата на меня напали. Что тут думать вообще? Если бы он был нормальным, они бы со мной разговаривали. Видимо, он команду сказал, чтоб убили. Все логично и просто. Тем более она симпатичнее. Ну вот мы и сделали выбор. Странно, что ты послал за лекарем стражей, магистрат. Объяснись. О чем ты? Я здесь ни при чем. Стража! Взять Мистия! Какие интеллектуалы пришли. Убить Мистия! Зараза! Да, я был прав. И перс восстал. Ты, видимо, тот, которого вез сюда. Еще случайно кого-то гулял. Ну вот и славно. Я восхищена. Ты настоящий боец. Ну, разумеется. Его страх заставлял его совершать ужасные вещи. Теперь я не смогу помочь этим людям. Из-за него они не доверяют мне. Надеюсь, мы еще увидимся, хозяин Орла. Как твое расследование? Нашла вот что. Что скажешь? Мои волки воют, кабаны рычат, вороны каркают, им нужна кровь проклятого. И вы приведете его ко мне, как ожидалось. Значит, охотник может командовать зверями, которые обычно рвут друг друга на части. Ха, отлично. Еще одна опасность. Это сделал Орден. А причиной стали мы. Нас хотели выманить. Отец был прав. Я понимаю, почему мы прячемся, почему всю жизнь бежим. Это моя вина. Это было похоже на детский стишок. Корова говорит му-му, свинка хрю-хрю, собачка гав-гав. Только мои волки. Не, это, знаете, было похоже на этих дебилов, как их там. Ауф, сообщество. Мои волки говорят гав-гав. Мы сделали, что могли. Увы, это так. Спасибо, Алексиус. Встретимся в убежище. Там и поговорим. Так, у нас две новые подсказки. Может, кого-то можно найти теперь? Хотя я знаю, где найти одного члена Ордена. Ходит, ругается там.
Так, что мы знаем? Яд из Патидеи нашли и в военном лагере Аристея, который находится в Македонии. Военный лагерь Аристеи. Но мы его пока не находили. Поэтому рано пока искать этого культиста. Орден набирает добровольцев среди крестьян. Пусть ваше наследие ведет вас. Ну а где этих крестьян найду? Так, я знаю, где есть один член культа этого. Македония. Вот. Ущелье ужаса. Я в одной из предыдущих серий рассказывал, что расчищал территории, ну, смотрел, нет ли заданий в них, и нашел тут культиста. Не стал убивать тогда. Припас на десерт. Интересно, он также и будет валяться недобитый? Не, скорее всего, восстановлен будет. А вот его люди не факт. Вот это ужасное место. Трупы на кольях. Вот ублюдки. Ну что, дружок, соскучился по мне? Ты знал, что я вернусь. Надеюсь, не подготовился? Надеюсь, меня никто не заметит. Да, они восстановились все. Я его поджег, получается. Лиссандра. Да блин, я же живу. Да ладно. В смысле? Так, второй дубль. Надеюсь, меня еще не заметили. Получайте, грязные свиньи. Они, кстати, еще и людоеды. Очень грязные ублюдки. Ты моего мишку убили. Так, а добивать не надо? Слушайте, или теперь нету его здесь? А это кто такой? Просто наемник? Какой-то хиленький урон. Да что такое? Славно убил славного. Вот, лежит. Вот, лежит. Скотина. Добить. Твоим злодеянием конец. То есть, если ты так вот убил, то так и будет валяться. Сколько времени прошло?
Ну, отлично. Так, посмотрим. А кого я убил? Я же культиста вроде убил. Нет? Ты кто это такой? Вот это интересно. Что-то забыл, обратно побежал. За телефоном, наверное. Помоги мне. А, Миша выжил? Ты кто это такой? Ладно. Так, крепость Олинф. Там тоже какой-то ублюдок обитает. Пойдем там посмотрим. Там волков, кстати, убить надо. Там много дел вообще. Так, цели рядом. Это Дарий. А, Дарий нашел. Давай, вперед. Вот как. На! Ну что, поговорим с ним? Не будем откладывать. Попался. Потому что сам захотел. Нима сказала, ты что-то узнал. Это связано с охотником? Орден что-то замышляет. Ищешь охотника? Помоги мне остановить их. Я слушаю. Один из помощников охотника отвечает за набор в орден в Македонии. Он может привести нас к охотнику. Ищи письма и дневники. Нужно узнать, где будет проходить собрание. Не наделай шума. Я останусь незамеченным. Славно. А ты? Пойду в деревню и попробую узнать дату собрания. Я найду тебя, когда закончу. Так же собрание, как и с предыдущим орденом. Так, заберите бумаги из крепости Олинф. Ну вот она. Нам, кстати, убить там кое-кого надо. Я нашел. Сейчас еще обследуем. Может быть, пока не убивать, чтобы задание не испортить. Нашел. И, наверное, лучше ночью идти. Прекрасная точка обзора. Можно было и без ИК расправиться. Опасное место. Все делаем по науке. Терил всеведущий. Видимо, его нам и надо убить. Ладно, пока тихо работаем, никого не убиваем. А, или убивать, наверное, можно. Тревогу главное не поднимать. Дарий просил не шуметь. Да, главное не шуметь. Так, Мишка, надо было отпустить его. Так, дружок, иди-ка отдыхай. Ой, блин, сейчас шум поднимет.
Или это не считается шумом? Надеюсь, нет. Ну, казна. Лишней не будет. А Миша молодец. Что он там говорит? Потешается над врагом? Это же зверь. Так, надо сверху его гулять. Ну, блин! Найду укрытие. Так, Мишу освободить надо все-таки. Иди гуляй. Хоть на меня не напал, то радость. Тех, того парня гулять надо. Фобос, бессмертный? Конь мой, что ли? Блин, вас многовато тут. Надо откупиться. Все, побежал. Так, убивать можно, главное шум не поднимать, чтобы не заметили. Льется кровь коз, мотыльки прилетят на огонь. Змея возродится. Новые клыки, новая жизнь. О, как? Может, Дарий что-то поймет. Этой способностью страшно убивать, не всегда урона хватает. Так, 300%, а на расстоянии 150. Встретимся ночью у нашего дерева. Хочу тебя. Страстно. Я бы сказал, просто так. Минимум информации. Так, информация о ордене. Миша, какого хрена ты здесь оказался? Надеюсь, это не считалось шумом. Я надеюсь, это не мой Миша. Ух, тут опасно. Не, ну вообще круто. Стелс очень хорошо тут сделан. Так, как внутрь-то попасть?
Холера, мог и заметить было, сейчас очень опасно. Еда доставлена. Деревенский повар все проверил. Понятно, это мне ни к чему. Этого должно хватить. Вернусь к Дарью. Все прекрасно. Теперь тихо уйти, чтобы никто не заметил. Эх, там зараза стоит, может и заметить. Ладно. Уходим. Хорош. Так, нужно найти нового Мишу. Или нафиг его. Только мешает. Это, наверное, мой. Орудует там. Как все прошло? Так, почему честно? Меня поймали, а соврать никто ничего не услышал. Никто ничего не услышал. Кто меня поймал? Что за бред? Да ничего. Тебя было слышно отсюда. Чего? Я идеально тихо все сделал. Кто меня слышал? Что за нафиг? Я специально старался, я мог по-быстрому там порезать их, быстро пройти, но нет. Я дождался ночи, отпустил медведя, долго, аккуратно проходил, специально уходил. И что в итоге? Спасибо, игра. Спасибо, ты очень хорошая, прекрасная игра. А зачем спросил? Нужно быть честными друг с другом. Что ты об этом думаешь? Не похоже на тайные письма. Так-так... Клыки, добровольцы, а козья кровь, козы, пастбище. Вот где пройдет собрание. Орден использует козью кровь в ритуалах посвящения. Немного ли ты знаешь об Ордене? Хотелось бы больше. Что ты знаешь? Собрание уже скоро. Участникам подадут какой-то сигнал. В письме есть что-то еще. Мотыльки летят на огонь. Мы на пастбище. Вдруг они были здесь? Нужно все осмотреть. Да. С чего хочешь начать? Начнем с того амбара. Он не пустует. Значит, привлекает людей как... Как мед пчел? Сомневаюсь. Что ж, ты прав. Речь идет о пламени, огне. В этом что-то есть. Костры из сена. Снизу есть следы сажи. Что с того? Здесь складывали костры из сена. Огонь — это сигнал. Значит, они встречаются только ночью.
Мотыльки на огонь. Верно. Нам нужно дождаться собрания. Рядом есть еще одно пастбище, за мостом. Встретимся там на закате. Встретьте Дарья у другого пастбища. Надеюсь, то, что меня там типа заметили, никак не повлияет на сюжет. Если повлияет, то это вообще фиаско. Главное, меня поймали, еще написано. То есть игра заглючила, и еще перевод, ну как обычно. Скоро начнется. Идем. Как вас много, охотник будет доволен. Помощник. Кто-то устроил переполох в крепости Олинф. Видимо, за этим стоит Артабан. Артабан? Ваша цель — найти хозяина орла. Но если вы схватите обоих, тем лучше. Обойду их. Не упусти его. Я сам справлюсь, просто... Малака. Пусть закончит собрание. Или не ждать. Куда делся Дарий? Более осторожный. Послушаем. И станьте одними из нас. Внесите свой вклад в восстановление мира и... А, они пить будут? Не. Готовься к смерти. Я выпущу твою кровь. А ты-то куда лезешь? Добить надо. Извини, дитя Гефеста. Без тебя мир станет лучше. Как такое возможно? Пора. Твое время пришло. Может... Это было. Хорош. Снова письмо. Надеюсь, добровольцев достаточно. Приходи к озеру. Охотник. К озеру. Интересно. Быстро работают. Моментально образует культ. Только высадились, по сути дела, и сразу людей набрали столько. Ну, вообще, опасные ребята. Где ты прятался? Ближе, чем ты думаешь. Тебе ничто не угрожало. Помощник охотника упомянул Артабана. Кто это? Мертвец. Это он. Видимо, он был Артабаном. И тогда он был в этом культе. А потом он решил уничтожить этот культ. И похоронил себя прошлого. Ты ушел? Почему? Я хотел убедиться, что ты не из Ордена. Ты не доверяешь мне. Будто ты не подозревал меня в том же.
Признаюсь, подозревал. Ты много знаешь об их ритуалах, к тому же сразу разгадал тайный смысл письма. Ты не с ними, и мы узнали, что хотели. Если верить письму охотнику озера. Мне нужно кое-что проверить. Думаю, Нима найдет для тебя дело. Что бы Дарий ни скрывал, я это выясню. Так, ну дел у нас хватает. И на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. Расскажу обо всем Ниме. До встречи. Она подскажет, что делать дальше.